Сербия и Косово согласились следовать плану о нормализации отношений, который был предложен Евросоюзом. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который вел долгие и непростые переговоры. По его словам, текст уже не подлежит обсуждению, вопрос лишь в сроках реализации. Тем не менее, претензии у обеих сторон остались. Так, в Косове негативно восприняли пункт об объединении сербских муниципалитетов. Свега тога, jer treba da se održavaju izbori на северу Косова, и они, naravno, да... Условляю и формирование заедницы сербских общин, без них не может начать формирование заедницы сербских общин. В Сербии, в свою очередь, выступили против пункта о том, что Косово может свободно вступать в любые международные организации, включая ООН. По мнению Белграда, это означало бы фактический суверенитет частично признанной республики, а о признании Приштины в Белграде пока речь не идет. Dozvoljena je slobodna interpretacija i sada je glavno pitanje kada su ovi sporazumi objavljeni i dostupni javnosti, kako će javnosti na Kosovu i u Srbiji na to i reagovati. В документе идет речь именно о нормализации отношений, например, взаимном признании номерных знаков, конфликт вокруг которых ранее чуть не привел к боевым действиям. В Брюсселе не скрывают, что хотели бы добиться от Белграда признания косовского суверенитета. Переговоры при посредничестве ЕС должны возобновиться в середине марта.